там какие-то бобры. Сет, блин, за пилон открывает. Бросай гранату. Вау. Бросай динамит. Смотри, он тут за пилон. Бросай динамит, бросай. Так, огнемет, где мой огнемет? Я сейчас всех буду выжигать. Ребята, я вас всех выжгу. Чтобы вас тут не было на моем болоте больше. Всех комаров до последнего. Повыжигаю всех, так что вон с моего болота. Быстренько, быстренько, быстренько отсюда. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в игру Swamp Attack. Охота на болоте. Так, ну что ж, давайте охранять свое болото дальше. В прошлый раз мы сражались с НЛО в последней миссии, теперь мы будем двигаться потихоньку дальше. Ну что ж, так, выбираем 6-й уровень. Так, улучшив оружие, ты получишь возможность зарабатывать больше монет за мультиубийство. Так, ну что ж, давайте, в принципе, приступим, стрелять будем. Так, мне вот эта пушка очень понравилась, которая стреляет радиоактивными такими штучками. Все больше и больше. Так, сосед мне помогает, как всегда. Потер стоит с коктейлем Молотова. О, ребята, посмотрите, сколько крокодилов уже идет. Мы всех перелупим. Оп, уточка. Ребята, посмотрите, сколько у нас оружия. Мы можем выбирать, смотрите, всех перемочек крокодилов до последнего. Мы можем с вами выбирать, сколько захотим. Подарочек, подарочек. Так, тут у нас динамит. Отлично. Так, наверное, крокодилов еще идет. Так, давайте холодильник бросим на енота. Так, пускай подзаморозится. О, бомба. Ядерная бомба с радиацией, ребята. Вот это мы видим, что это так. Так, болото мы свое будем сохранять всегда. Так, ну что ж, давайте возьмем дробовик. Вот это да. Так, собираться на монету. Это крокодилы наступают. Ребята, откуда вообще в лесу взялось так много крокодилов? Я даже не знаю. Так, у меня есть УЗИ, ребята. Так, ну что ж, этот уровень мы уже с вами завершили. Так, уровень 1.6, уровень пройден. Всего 3920 монет мы собрали с вами. Так, давайте дальше. Так, идет загрузка. Отлично. Мы с вами продолжаем играть. Охота на крокодилов. Суперская игра. Так, тараканы. А ну, порасходились в стороны. Так, ну что, в принципе, я хочу выбрать себе из оружия. Хочу взять УЗИ. А, УЗИ у меня есть уже. И хочу взять огнемет. Вместо радиации хочу взять огнемет. Ну что ж, ребята, давайте сыграем. На 7-й уровень уже мы с вами перешли, так что давайте. Так, установил оружие и укрепление до начала уровня. Вы представляете, вот что это вообще такое? Так, ну что ж, давайте. Эпизод 1 слишком много. Так, ого, это, наверное, слишком чересчур будет. Ого, ребята, там какие-то бобры. Сет, блин, за пилон открывает. Бросай гранату. Вау. Бросай динамит, смотри, он тут за пилой. Бросай динамит, бросай, бросай. Так, огнемет, где мой огнемет? Я сейчас всех буду выжигать. Ребята, я вас всех выжгу. Чтобы вас тут не было на моем болоте больше. Всех комаров до последнего. Повыжигаю всех, так что вон с моего болота. Быстренько, быстренько, быстренько отсюда. Так, у нас есть УЗИ еще. Так, стреливаем бобров. Отлично. Так, что нам дальше? Так, дальше мы берем вот этот. Так, холодильник. Давайте холодильник кинем. Давайте второй холодильник кинем. Давайте третий. Так, ну что ж, можем забросать коктейлями Молотова. И
гранатами, не гранатами, а динамит. Чем буду называть гранаты, так легче, да. Так, мою подходит. Он чуть не распилил моего друга. Так, ну что ж. Отлично. Ты сейчас стоишь тут. Маша стоит рядом. Так, отлично, ребята. Мы прошли с вами этот уровень. Ура, это не может просто не радует. Так, берем подарочек. Три холодильничка еще. Ну что, где еще? Где еще, ребята? Где проходи? Отлично, уровень 1.7 пройден. Так, ну что ж, поехали дальше. Так, хочу другой уровень. Так, хочу уровень, хочу восьмой уже. Давайте мне восьмой уровень, я хочу всех перестрелить. А ну пошел отсюда, вот таракан вонючий. Так, давайте возьмем арбалет вместо огнемета. А вместо УЗИ мы возьмем вот такую пушку. Так, ну что ж, поехали. Так, мы уже с вами дошли, ребята, до восьмого уровня. Убили, выпей зелье и продолжай игру. У нас есть зелье, того, как у нас убьют. Но я думаю, нас не убьют, потому что у нас игра взломанная, дорогие друзья. Ого, ребята, смотри, сколько их сразу. Так, давайте арбалетом. Так. Вот это крокодил. Да, арбалет очень классная лука. Так, что? Так, а куда? Туда бросай еще холодильник, падай. Так, холодильник упал, уточку забрали, монетку забрали. Так, берем оружие наше посерьезнее. А, уже все, уровень 1.8 пройден. Так быстро, ха-ха, ребята, я думал, он будет немножко посложнее, а он оказался не такой сложный. Так что давайте, собственно, перейдем ко второму уровню. Так, тараканы, а ну разбежались в стороны. Так, оружие я не хочу менять. Не хочу менять, я пускай остается оружие такое, как есть. А мы с вами перейдем на девятый уровень. Так, девятый уровень у нас. Что здесь у нас вообще происходит на девятом? О, ребята, наступила ночь. О, что это с этими с оружиями, с такими запутки ходят? Какие-то такие прикольные зверюшки. Так. Ребята, я всех перестрелю вас, всех перестреляю. Кто будет подходить? Говорил я вам, злые крокодилы, не подходите больше к моему дому. А вы подходите и подходите. Ну тогда получайте начинку из свинца. Отлично. Так, супер, просто супер. Так, это что у нас? Вау. Так. Так, не понял, ребята, вот эту штучку надо брать. Так. Так, стоять. Все, ребята, уже мы с вами прошли и этот уровень. Так, ну что ж, улучшай оружие, чтобы отстреливать более крепких монстров. Отлично, буду улучшать. Так, ребята, хочу напомнить тем, кто не подписан еще на мой канал, обязательно подпишитесь. Сделать это можно под этим видео. Красная кнопочка подписаться. Жмем, ставим пальчик вверх и обязательно оставляем комментарий. Так, ну что ж, давайте возьмем вот это космос-оружие. Вместо арбалета хочу вот это космо-оружие взять. А вместо пушки хочу взять вот этот кислотомет, который кислотой стреляет радиацией. Так, ну что ж, давайте 10 уровень, и тут опять НЛО летает, ребята. Что мне, что опять нужно встретиться будет с НЛО? Давайте попробуем. Да, ребята, опять НЛО заберет сейчас у меня опять мое оружие, как всегда. И опять я останусь без него. Да, остался я с одним дробовиком. Крокодилы наступают, да, ребята, быстро наступают. Так, где летающая тарелка, мне нужно ее сбить. Так, у меня динамит отлично. Так, стрелять нужно. Вот по летающей тарелке, чтобы забрать свои патроны. О, отлично, я забрал.
Так, бобров мы убили. Так, это что у нас такое? Ого, вот это космическое оружие, ребят. Посмотрите, оно бьет током всех. Отлично, вот это у меня пушкинция была. Ой-ой-ой-ой, так, все, НЛО разбилось. Так, уровень 1.10 пройден, отлично. Так, ребята, где-то разбилась в лесу летающая тарелка. И я, наверное, подберу много-много добра. Так, оружие я менять не хочу, поедем. Так и поедем на следующий уровень. Так, ну что ж, давайте выберем этот уровень и начнем его. Игра. Так, следующий уровень пока закрытый у нас. Эпизод первый. Чугунные головы. Ну что ж, давайте чугунные головы у вас немножко подглядят. У них на голове какие-то уже эти кастрюли. Для того, чтобы они, наверное, придумали такую себе защиту. Хочу током всех перебить. Держите все, получаю. Получайте все заряды током. Все, кто на мое болото придет, получит удар током, я это обещаю. Отлично, отлично, ребята, отлично. Да, где-то их получайте, получайте кислотные плевки вот такие вот. Отлично, отличненько. Супер, супер. Все, все, ребята, прошли, отлично. Так, давайте следующий уровень. Начнем. Так, хочу поменять оружие. Вот это мне электрическая пушка, я хочу вам сказать, если честно, она мне не нравится. Я лучше возьму вот такой вот вместо нее, а кислотная пускай будет. Взять вот так вот, вот так вот, и переходим на следующий уровень. Так, ну что ж, берем пулемет и расстреливаем сразу же всех. Так, 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 эпизод первый. О боже, да их тут полно. Так, ну что ж, о боже, давайте тогда стрелять. Ого, сколько комаров, ребята, вы видели? Смотрите, какие у них на голове эти. Для вермишели. Штучки такие. Вот это мы их косим, ребята, как траву. Как траву косим, отлично. Всех расстрелим, всех расстрелим. Получайте, получайте. Всех перестреляю. Так, я не понял, ребята, в чем дело? В чем дело? Где-то перестреливаем. Так, забираем вот эту штуку. Пулемет. Так, давайте возьмем. А, ребята, я не понял. Я вместо кислоты взял опять эту космос. Я думал, я сейчас кислотой начну плевать. А я опять начинаю биться током. Мне это не нравится, я хотел кислотой. Да, держите заряд электричества. Получайте, получайте все. Всех поперестреливаем. Да, ребята, мы прошли с вами этот уровень. Так, ну что ж, давайте перейдем к следующему уровню. Ну, наконец-то мы с вами уже хоть куда-то добрались. А то мы все на начале, да на начале. Так, вот эта мне пушка не нравится. Хочу себе кислотомет вот этот. Все. Так, кислотомет мы взяли. Так, наш соседушка такой зубатый, такой пузатый. Так, давайте возьмем игра. Возьмем вот это. Так, энергия. Нужно начать уровень. Подзарядись. Или подожди до восстановления. Обязательно подзарядимся. Так, ну что ж. Так, мы подзарядились, потому что наши жизни были немножко исчерпаны. Я думал, у нас жизни не кончаются, но они у нас кончаются. У нас просто не кончаются патроны наши. Так, хочу скинуть бомбу. Получайте. Мультиубийство. Ребята, мы три сразу убили. Радиация. Так, тихо, 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 тихо. Ого, комары, комары, комары.
Команда на море. Ого, сколько идем. Быстро, быстро бери кислоту. Ты сейчас начнется. Фух, ну все, наконец-то мы их перестрелили. Фух, вот это да. Так, ребята, ну что ж, подписываемся обязательно на мой канал, ставим палец вверх. Не забываем подписываться, комментировать видео, ставим палец вверх, получаем подарки. Вы знаете, что на моем канале постоянно проходят различные розыгрыши, а в следующем выпуске мы будем переходить на следующий уровень. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи!